самой классной, которую капитализм не дал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается под господством капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 10-10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Вы хорошо знаете, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от насилия.